Отдельный вопрос. Он присутствовал, значит, и до сих пор присутствует в проекте стратегических направлений. Здесь несколько развилок. Значит, первое – это то, что у нас есть общая программа формирования общего рынка газа. И в соответствии с этой программой во втором этапе, в 2021 году, должен быть разработан проект международного договора, где прописаны будут, ну, мы так рассчитываем, прописаны все детали, нюансы. И формирование цены на газ, и формирование тарифов на прокачку газа, которые, ну, достаточно активно обсуждаются. Здесь есть несколько вопросов. Или делать это на 5 государств, или же, значит, удачнее, может быть, решить в рамках двусторонних отношений. И тот, и другой вопрос имеют свои преимущества, имеют свои и недостатки. Ну, например, Армения и Киргизстан однозначно полагают, что вот вместе с Белоруссией можно, значит, будет как-то решать и их вопросы по тарифам на прокачку, по ценам на газ и так далее. Но надо учитывать, что уровень интеграции, уровень сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции. И иногда можно, что называется, на условиях взаимности, не все вопросы решать для пятерки, можно что-то решать и на двусторонней основе. Поэтому Казахстан и Россия занимают одну позицию, три государства несколько иную позицию. Причем Киргизская Республика ставит вопрос об урегулировании торговли газом с третьими странами. Они планируют, так сказать, прикупать, и они сегодня часть прикупают уже газа в Узбекистане. Вот, поэтому вопрос непростой, вопрос дискуссионный, и я думаю, что вот это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря.